Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Завьялов, я эксперт Национальной ассоциации аукционных брокеров, занимаюсь выкупом и реализацией ликвидного имущества должников-банкротов. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как не нужно поступать, готовясь к торговой процедуре. В жизни бывают всякие ситуации, когда мы зависим от действия третьих сил. Это может быть электроника, это может быть какое-то стечение обстоятельств, просто форс-мажорные обстоятельства. К этому надо быть, конечно, всегда готовыми и стараться избегать этого. В моей практике были случаи, когда не получалось участвовать в торговой процедуре из-за того, что отключили электричество за 5 минут до окончания приема заявок. Так как зачастую мы работаем по знаменитой пятишаговой системе Давида, и, конечно, подаем заявки в последний момент. И когда в момент подачи отключается электричество, соответственно, выключается роутер и выключается компьютер, то от бессилия ты не знаешь, что делать. Но в такие моменты надо, конечно же, собраться и подумать, как можно решить этот вопрос. Если у вас есть мобильный телефон, вы можете подключиться к ноутбуку через мобильную связь. В идеале, если вы работаете из офиса, у вас должно стоять блок бесперебойного питания для компьютера, чтобы вы могли хотя бы завершить подачу заявки. Другой вопрос, когда в последний момент вы можете, например, не проверить работоспособность подписи, и у вас вылетает ЭЦП. Здесь, конечно, вопрос сложнее, здесь вопрос времени. И для того, чтобы таких моментов не было, всегда заходите за час, проверяйте работоспособность подписи, проверяйте, все ли документы у вас готовы. На моей практике был случай, когда из-за технического сбоя я не смог участвовать в торговой процедуре. Я участвовал по агентской схеме, выкупал оборудование для нашего клиента. И, к сожалению, ввиду того, что мы не смогли подать заявки, а по результатам торгов наши заявки оказались бы победными, я потерял более 200 тысяч рублей и потерял лояльность клиента, с которым работал. Поэтому очень внимательно и очень ответственно подходите к вопросу технического оснащения. Проверяйте все заранее. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас не было технических сбоев. Выигрывайте торги. Получайте положительные эмоции и будьте с нами. Меня зовут Иван Завьялов. Ссылка на мои контакты под видео. Вступайте в ряды Национальной ассоциации аукционных брокеров. Всем пока!